Александр Лукашенко поздравил белорусов с предстоящим праздником – Днем независимости. Глава государства отметил глубокий символизм того, что дата празднования исторически связана с освобождением столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Президент обратил внимание, что необходимо бережно хранить память о героях и приумножать достигнутое. Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Минздравом уже определен перечень мест, в которых можно получить прививку. На данный момент в списке 82 учреждения. Ориентировочная сумма заведения двух компонентов от 130 до 150 рублей. В Беларуси продолжается централизованное тестирование. Осталось три испытания по истории Беларуси, всемирной и географии. Инцидентов на ЦТ в этом году меньше, чем в прошлом. Например, из-за плохого самочувствия в жару сняли около 20 человек. Они смогут пересдать предмет в резервные дни в середине июля. Напомним, запись на пересдачу стартовала сегодня. В четверг днем на номер 101 поступил звонок. Горит беседка по улице Набережной. ОЧП сообщил сосед. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. В результате уничтожена постройка, повреждена обшивка дома. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. В субботу 3 июля состоится всебелорусская молитва за Беларусь. Утренние богослужения пройдут во всех храмах, костелах, мечетях, синагогах традиционных конфессий Беларуси, в том числе и Могилевской области.